появился один из боксеров. Он идет сквозь толпу к рингу. Мы знали, что его не будут любить, но это настоящая вспышка ненависти. Лицо Рокки как будто из мрамора. Он собран, и вопящая толпа не произвела на него никакого впечатления. Взгляд чемпиона сможет прожечь свинцовую дверь. Он не обращает внимания на рев толпы. Кажется, что ничто не может поколебать его. Это мой папа. Мы знаем. Ты за кого нас принимаешь, за идиотов? Вы слышите толпу? Это безумие. А сейчас появляется национальный русский чемпион Иван Драго, человек, за которого болеет вся нация. Посмотрите на выражение лица Ивана Драго. Он равнодушен к крикам толпы. Он похож на вулкан, который сейчас начнет извергаться. Русский чемпион собран и напряжен, уважаемые зрители. Он приветствует генерального секретаря. Я напомню, что это не официальный поединок, не за титул. Комиссия по боксу Америки отказалась регистрировать этот матч. Yeah, she's champion!